Снег озеленению не помеха. Сегодня в сквере Трудовой Славы высадили сразу 9 голубых елей. Сделали это в рамках подготовки к юбилею Кирова. Ели привезли из Кабардино-Балкарии. Двухметровые красавицы сразу полили и посыпали опилом, чтобы они лучше прижились. За работами наблюдал мой коллега Кирилл Комаровских. К юбилею Кирова высаживают деревья и кустарники вдоль улиц в исторической части города. В частности, зеленые насаждения добавляются на набережной Грина, в Александровском саду, на бульварной части Октябрьского проспекта, в парке имени Кирова, на въездах в город у административных зданий. Для этого в областную столицу уже начали поступать голубые ели из Кабардино-Балкарии, о которых договаривался губернатор Александр Соколов. Сегодня сразу несколько хвойных красавиц украсили сквер на перекрестке Карла Маркса и Профсоюзной. Нам привезли 15 голубых елей, которые выращены на лучших питомниках республики. Вот. И мы их высаживаем в значимых местах. То есть вот 9 штук мы высаживаем здесь, в сквере Трудовой Славы. В текущем году на озеленение Кирова выделено в 2 раза больше денег, чем было в прошлом году – 54 миллиона рублей. Однако деревья, высаженные сегодня, являются подарком городу. По уверению специалиста, они смогут простоять 50-70 лет и благополучно приживутся у нас. На самом деле взрослые деревья со сформированной корневой системой можно и зимой высаживать. То есть деревья сейчас в спячке, и им достаточно комфортно переехать из одного места в другое. А здесь будет именно весеннее условия содержания, что нужно будет достаточно много влаги им в этот период. Мы постараемся обеспечить. Помимо сквера Трудовой Славы, на этой неделе голубые ели высадят у ЦУМа. Новые зеленые красавицы будут стоять рядом с памятником Кирову. Кирилл Комаровских, Светлана Гудименко, Бюро новостей Давича.